Здравствуйте, с вами снова Сорок Агро, меня зовут Анна. Сегодня мы поговорим о таком гибриде подсолнечника, как Ремисол, производство компании Нертос Агро, оригинатор которого является Институт полеводства и овощеводства, город Нови Сад, Сербия. Итак, гибрид Ремисол предназначен для выращивания по технологии «Чистое поле» или «Клеарфилд». Использование страховых гербицидов, таких как Евроланг или Евроленд от компании Нертус, позволяет уничтожить все существующие расы заразихи. Хотя генетический ремесол устойчив к 5 расам, что позволяет выращивать и по классической технологии. Гибрид характеризуется засухоустойчивостью. Пригоден в зонах рискового возделывания с высоким показателем урожайности. Его вегетационный период 105-110 дней. Высота растения 170-180 см. Потенциал урожайности больше 40 центнеров с гектара. Было отмечено, что фактическая урожайность в степной зоне 30 центнеров с гектара при применении гербицида Евролайтинг. У ремесола высокая интенсивность роста на начальном этапе вегетации. Гибрид имеет стебель средней толщины, что дает ему высокую устойчивость к полеганию. А еще у ремесола мощная разветвленная корневая система, которая позволяет использовать почвенную влагу с глубины 1,5-2,5 метра. Для протравки семян использовали протравитель компании Nertus Fire, производство Венгрия. Как ремесол выглядит в поле, можете посмотреть на видео, которое ранее было опубликовано на канале Сварок Агро, где наш агроном Анатолий Игоревич выезжает на поля к клиентам, приобретевших ранее семена ремесола. Ну а вам хороших урожаев, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.